Бал под сводами библиотеки. День Самарской губернии жители области провели, кружась в вальсе. Площадкой стал обновленный читальный зал, интерьер и репертуар в стиле 19 века. Дресс-код под стать. Наша съемочная группа тоже отправилась в прошлое. Живая музыка, дамы в пышных платьях и подчеркнуто сдержанные галантные кавалеры. Новый для региона праздник День Самарской губернии отмечают в лучших традициях века позапрошлого. Бальная зала, она же читальный зал областной библиотеки. Место для светских раутов уже привычное. Проводят подобные встречи уже несколько лет подряд. Но вот танцевальный вечер на широкую ногу организовать решили именно в канун праздника. Библиотека – это место, которое, во-первых, напоминает нам о истории, а во-вторых, это уют и комфорт, наверное, так. И нет какой-то особой подготовки. То есть репетиции проходили всегда либо в клубах, у нас их несколько по городу, либо же здесь. Полонез, испанский вальс, подыграс и марш по датруа. Чтобы классика в исполнении современников действительно превратилась в бал с размахом, к участию пригласили всех желающих. В танце, в общем-то, я в детстве когда-то в балетной там школе была, хореография. Короче, это у меня с детства, танцы с детства. А вот на салонные бальные танцы где-то, наверное, в 2007 году я попала. Университет пожилых, там мы друг подружки. Насыщенным бал решили сделать не только музыкально и танцевально, но и информационно. Европейские и российские традиции светских приемов представили в специальной экспозиции. Ирина Трофимова, Виктор Соколов, Новости губернии.